46-45, сообщите, после взлета неблагоприятные метеоявления наблюдали? Обледенение до умеренного в слое до сотого эшелона. И болтанка умеренная. 46-45, принял, спасибо. Не за что. Магадан, подход. Доброе утро еще раз. Сибирь 52, Магадан, подход. Доброе утро. Доброе утро. Набираем эшелон 150 по схеме. Сибирь 52, Магадан, подход опознанный по схеме Банат 5 Дельта, набирайте эшелон 160. Набираем эшелон 150, Сибирь 52, 20. Сибирь 52, 20, ошибка, набирайте эшелон 160 по схеме. Набираем эшелон 160, Сибирь 52, 20. Сибирь 52, 20, для информации, предыдущий борт, взлетевший Ан-26, докладывал обледенение до умеренного и болтанку до умеренной до эшелона 100. 46-505, работайте, Магадан, контроль, 135-6, хорошего полета. 135-6, спасибо за управление, аэропал. Сибирь 52-20, подтвердите, пересекаете 2300 метров. Пересекаем 2300 метров, Сибирь 52-20. Сибирь 52-20, понял. Сибирь 52-20, по вашей готовности вам разрешено прямо на Энлир, набирайте эшелон 320. 52-20, Mayday, Unreliable Speed, Return to Airport. Сибирь 52-20, снижайтесь к третьему 1100 метров. Снижаюсь к третьему 1100 метров, Сибирь 52-20. Сибирь 52-20, азимут 146, удаление 14. А какая-то дополнительная помощь нужна? Пока нет, не нужна. Сибирь 52-20, вас понял. А, Сибирь 52-20, и уточните, опасный груз на борту есть? Сибирь 52-20, некогда разговаривать, пока ждите. Все, понял. А, Сибирь 52-20, Сибирь 52-20, 1700 метров можете выдерживать к третьему? 1700 к третьему. А, в точку Майк 017. Макс 013, Сибирь. Понял. Третьему 700. Сибирь 52-20. Заход разрешаю, полоса 10. Заход разрешили, полоса 10, Сибирь 52-20. Сибирь 52-20, 1700, правильно? Снижается 700, правильно понял? 1700, Сибирь 52-20. Снижаюсь 1700, понял. Сибирь 52-20, повторите высоту. Сибирь 52-20, сохраняйте 1700 метров текущую. Сохраняю 1700, Сибирь 52-20. А Сибирь 52-20, минимально безопасная в секторе 1750, а левее схемы следуете, уклоняетесь влево. Сибирь 52-20, справа поправку возьмите, гора перед вами. Набираем высоту, Сибирь 52-20. Набираем высоту Сибирь 52-20. Сибирь 52-20, какую высоту набираете? Пересекаем сотый эшелон. Сибирь 52-20, и куда следуете? Сибирь 52-20, можете выдерживать эшелон 130 текущий? Сибирь 52-20, подход. Сибирь 52-20, мы не можем самолет стабилизировать. Парень, звук ветра жуткий. Сибирь 52-20, понял, будет время, подскажете. Сибирь
5220. Если есть возможность, набирайте эшелон 170-180 повыше для стабилизации. Пока ничего не можем справиться с полетом. А тебе 5220 для информации, безопасная в этом секторе 2150 метров. Сейчас 2150. А минимально безопасная высота. Сибирь 52-20. Идем на Майк-Майк 01. Эшелон 140. Сибирь 52-20. Вас понял. Стабилизировали самолет. Управление под вашим контролем? Да, под нашим. Сибирь 52-20. В точку Майк-Майк 01 снижайтесь 2300 метров. Снижаюсь 2300 метров. Сибирь 52-20. Не подтвердите. Заход выполнять будете. Так точно, Сибирь 5220. Сибирь 5220, вас понял. Сибирь 5220, продолжайте снижение в точку Майк 017, 1700 метров. Продолжаю снижение 1750-220. Сибирь 52-20 до посадочного 5 километров, снижайте 950 метров к посадочному. 52-20. Сибирь 52-20 на посадочном удаление 20. Сибирь 52-20 на север следуете, успеваете снизиться? Снижаемся 2900. Скорость 320. Сибирь 5220. Севернее посадочного 1. Удаление 15. На посадочного 1. Сильнейшее обледенение. Сибирь 5220. Вас понял. Полоса свободна. Посадка разрешена. Полоса 10. Ну что делать? И посадочное положение уходит Сибирь 5220. Сибирь 5220, набирайте 1700 метров с курсом 104. Набираем 1700, Сибирь 5220. Сибирь 5220, прямо по курсу сопка 1200 метров, по возможности ускорьте набор. Набираем Сибирь 5220. Набираем сотый эшелон Сибирь 5220. Сибирь 5220. Зона у меня свободна. Выполняйте по вашей необходимости. Сибирь 5220. Повторный заход. Поворачивай на Майк-Майк 07. Дайте высоту. Сибирь 52-20. Правым в точку Майк 017. Если сможете, снижайтесь 1700 метров. 1700, Сибирь 52-20. Сибирь 52-20. Пожалуйста, на точку Майк 021 дайте высоту. Сибирь 5220. Сибирь 5220. В точку Майк-Майк 021, минимальная 2000. 2000, Сибирь 5220. Сибирь 5220, подтвердите, в Майк-Майк 021 будете следовать? Так точно, иначе не успеваем. Сибирь 5220, вас понял. Наблюдаем. Всем Майк, идем на Майк-Майк 021, снижаем всем 2000. 2000 метров. Сибирь 5220, вас понял. Сибирь 5220, сохраняйте 2000 метров. Сохраняем 2000, Сибирь 5220. Сибирь 5220. Не получается заход, сильнейшее обледенение. Пойдем на Якутск.
Повесим на борт, дайте, пожалуйста, и курс. Сибирь 5220, на текущем курсе набираете эшелон. Какой будете следовать? Эшелон 200. А Сибирь 5220, набираете эшелон 200. Набираем эшелон 200. И точку, пожалуйста, любую. Сибирь 5220, точку Инлир. Понял. Сибирь 5220, подход. Сибирь 5220 на приеме. А Сибирь 5220 по-прежнему в обледенении следуете? Да. Сильнейшее обледенение, самолет не может набирать даже высоту. Тихонько. Сибирь 5220, вас понял. На частоту контроля сможете перейти? Да, пожалуйста. Сибирь 5220, всю информацию передали. Продолжайте набор эшелон 200, работайте с контролем 135,6. Строим 135,6, Сибирь 5220.